Самые лучшие кадры ненадолго покинули свой служебный пост, чтобы выслушать слова поздравления и принять награды из рук первых лиц области. Их благодарят за службу и желают меньше аварий. Ситуация на дорогах Оренбургской области и страны в целом далека от идеала. Мы частенько сталкиваемся с проявлениями неуважения участников дорожного движения друг к другу, к законам, к правилам дорожного движения. Порой мы видим просто откровенное хамство на дорогах. И от строгости и требовательности сотрудников ГИБДД зависит действительно порядок в нашей жизни. Ряды поредели на 600 сотрудников, но вместе с тем стали крепче. Каждый – офицер с высшим юридическим образованием. Таковы требования министерства. Вместе с тем, с каждым годом работа для инспекторов только прибавляется. По 15-25 тысяч новоиспеченных любителей выезжают на дороги. Сегодня на 1300 сотрудников ГИБДД приходится около миллиона транспортных единиц, плюс тысячи километров областных дорог. Да, сегодня нас сократили, но я хочу отметить, что сегодня и правительство Российской Федерации, и Оренбургская область сегодня достаточно большое внимание уделяет внедрению современных средств контроля за безопасностью дорожным движением. И вот такие системы работают и у нас. Так, областное правительство намерено вернуть упраздненные стационарные посты, правда, в новом, более современном формате. По трехлетней программе повышения безопасности движения для Оренбуржья закупает комплексы фото- и видеоконтроля. И такими достижениями техники могут похвастаться далеко не в каждом регионе страны. Екатерина Платонова, Станислав Доминов. Наше время.